Hey there, friends! Footages for this video were provided to us by our friends from the War in the Swamps channel. These guys are engaged in excavations at the World War II battlefields. They are searching for dead soldiers, aircraft, and other equipment in forest and swampy area where no one has gone after the war ended. Find the link to their channel in the description below. Работа по раскопу блиндажа советского идет полным ходом. Были находки. У нас попались винтовки Ли Энфилд, да? Правильно-то. Редкость, конечно. Но вот в советском блиндаже были такие винтовки. Вначале думали нормальные, но потом доперло. Они лежали как настил под печку. Жженые. Жженые в основном вот от казенной части и туда к краю ствола. 4 штуки. Ну, молодец. Ну, как видите, краснота проступает. Потом почистим. Чекушечка здесь просматривается. 4 штуки таких. Винтаря английских. Присылали они. Второй фронт, так называемый. Помогали союзнички. Вот. Тут вот рама не горелая. Более-менее сохранчик. Стволы-то вот даже гнутые, так скажем, слегка. Потом почистим, посмотрим чекухи ради интереса. Ну, да. Оп. Ну такой печальный, но ну, двоечка из 5 баллов, да, для капонины. Ручка целая, бакелитовые накладки. Вырезан, по-моему, что-то, нет? Посмотрим, царапины просто. Еще одна находка. Фляга битая, наша советская. Тут у нас в сухом лесу единственная воронка с водой. Так экспонаты пока помыть до фотосессии слегка. Мосинка. Гнилушечки. Ли Энфилды тут у нас. Красивые, да. Потому что, видишь, где ты еще их найдешь? Английские стволы. Так, где-то тут я видел. Я видел, братцы. Клеймо тоже было. Ага. Сейчас ополоснет. Давай. Ага. Ну так, да. На троечку. О, да, сосколочный. Да, пойдет. Но тем не менее, вот он. Вот она дорога. Прямо у дороги. Хоженые места и, пожалуйста. Как обычно, верхняя часть. Строковка. Верхняя часть кассона крепкая, а та, что в земельке-то. Да, маковка. Ну, их лечится, все реставрируется. Полтинник. А, полтинник минометный. Да, ага. О, даже с этим. А, стекло. Это сброс, да, сейчас надо раскапывать будет что-то. Осколочно.
Да, такая вот. Угу. Прямо рядом с лагерем копаем. Да, полтишки набросаны тоже в ямку. Даже хвостики сгнили. Угу. Уже 100% наш советский солдат. Это я немножко стол здесь расчищаю в этой канаве. Идут снаряды советской пушки 45 миллиметров. Она же 45-ка. 1, 2 снаряд, 3, 4. Под косточками. Это вот одна косточка. Вторая косточка уходит вглубь. Это у нас 5-й снаряд, 6-й снаряд здесь лежит. Вот. Рядом со снарядом. Сейчас, секунду, ребята. Это монетки. Давайте как поднимем. Да, ребята, это часы. Часы в латунной оправе. Карманные, да? Или все-таки с двух сторон петелька идет? Это, скорее всего, ножичек. Да, складной нож. У бойца складной ножик. И тоже в оправе. Так. Закончили подъем советского солдата, погибшего в годы Второй мировой войны. Под солдатом были снаряды 45-миллиметровой пушки советской. Был обнаружен советский боец. Элементы черепа, кости ножные, ну и уже полуистлевшие остальные останки. Советская эмалированная кружка. Такая довольно-таки крупная. Батарейка к фонарику. Так. Складной ножик. Скорее всего, немецкий. Тут вот на этой половинке вроде бы просматриваются какие-то буквы. Эть, что ж ты? Одной рукой мне никак.